методом в укреплении союзнических отношений с казахами, предложенных Галдан-Цареном, была идея заключения массовых браков. Об этом он сообщал Абулхаиру в послании от 1743 года. Галдан-Царен предлагал, чтобы Абулхаир перекочевал к окрестностям Ташкента и отправил своего сына с 1000 казахами к нему в ставку, чтобы женить их на девушках ойраток. В ответ джунгарский правитель готов был отправить казахам 1000 своих людей, чтобы те заключили брачные союзы с казашками. Таким способом предлагалось еще больше сплотить два народа. В дополнение Галдан-Царен сообщал Абулхаиру, что он напрасно вступил в подданство российское, ибо российские люди пахотные и думают только об оседлых делах, а своими действиями приведут казахский народ в такое разорение, какое испытали калмыки и башкиры под их властью. Слова эти, как мы видим, оказались пророческими –